Все хорошее, что мы сделали, не имеет значения. Для них важно лишь торжество справедливости. Видите ли, справедливый мир — это нормальный мир. Журналіст! И каждый атом урана, как пуля, пробивающая все на своем пути. Металл, бетон, плоть. Чисто выходит двое. Часть из них не остановится и через 50 тысяч лет. Скажите, как его погасить? У нас ситуация, подобной которой на этой планете никогда не было. Отключите телефонную связь. Остановите распространение дезинформации. Что будет с нашими парнями? Боль невообразимая. От 3 дней до 3 недель. И смерть. Можете его повидать, но не прикасайтесь, ясно? Что случилось в ночь аварии? Думаете, если задать нужный вопрос, то услышите правду? Правды нет. Что там произошло? Было после. Все это. Безумие. Лишь к этому стальцу. Только на Амедиа Премиум и в Амедиатеке.
Бедным. Проходим. Все хорошее, что мы сделали, не имеет значения. Для них важно лишь торжество справедливости. Видите ли, справедливый мир – это нормальный мир. В Чернобыле не было ничего нормального. Рад доложить, что ситуация в Чернобыле стабилизирована. Радиации, как мне сказали, не больше, чем при рентгене легких. Нет, Чернобыль горит. И каждый атом урана, как пуля, пробивающая все на своем пути. Металл, бетон, плоть. А в Чернобыле больше 3 триллионов таких пуль. Часть из них не остановится и через 50 тысяч лет. Скажите, как его погасить? У нас ситуация, подобная которой на этой планете никогда не было. Отключите телефонную связь. Остановите распространение дезинформации. Что будет с нашими парнями? Боль невообразимая. От 3 дней до 3 недель. И смерть. Можете его повидать, но не прикасайтесь, ясно? Что случилось в ночь аварии? Думаете, если задать нужный вопрос, то услышите правду? Правды нет. То, что там произошло, что было после. Все это.
безумно.